16 сентября 17-й год, Харьков. Жорка, что это такое? Как предположение твое? Мое предположение — это большое розовое черное что-то. Фонендоскопы какие-то прикопали. I love Харьков. Ну, реконструкция полным ходом. Сейчас идем. Так, сегодня у нас 16 сентября, 17-й год, Харьков. И в Харькове пикники, научные пикники. Сейчас будем посмотреть, что это вообще такое. Да, пахнет неплохо. Идея заборчиков не вполне понятна, потому как все открыто. А? Вон, видишь, впереди? Там у нас Хатоби, не пойму, что-то как-то попрозрачнее стало. Ой, смотри, скорая помощь приехала, смотри. Ты видишь, какое дубище, сынок? А? Это этот охраняемый, не знаешь? Может, лучше кришнаидов? А вот и скоро. Не, это не скоро, скоро. Очень удачно. И очень вовремя. А может, это скоро? Да. Юридический факультет. Ой, боже мой. Так, наверное, надо последовательно, а то сейчас потеряешься. Своих я уже потерял. Что это такое? С чем его едят? Микробы как люди. Да. Микробы как люди. Люди как микробы. Опс. Вот это да. Не работает лампа. Понимаете, абсолютно конкретная лампа. Так вот, как делают сладкую вату.
Боїшся. Вот это уже похоже на пикник буквально. Аппетита почему-то не вызывает. Макснет, ну это провайдер интернета. Университет национальных справ. Student chapter Institute of Radiophysics and Electronics. Вот завтра, кстати, осенний велодень у нас в Харькове. Разрешите, разрешите. Вот это мероприятие точно стоит не пропускать. А, это офтальмика. Ну, у меня, слава богу, 100%, пока необходимости нет. Технічна студія винахідник. Смотри, а то будущее. Ты, Андрюх, сиди, посмотри. Колледж. Тут и институты, и колледжи, и кружки какие-то, я так понял. Солянка полная. И какие-то фирмы. Это зависимость давления от скорости воздуха, да? Как это? Закон Бойля-Мариотта. Чем выше скорость, тем меньше давление. Знаю, мы такие опыты на пылесосе проводили с шариком для пинг-понга. А он я уже ласты завернул. Да, выглядит это как в фильмах про подпольные наркодельцов. Ну, Украина страна открытая, а тут все. О! Это у нас что? Я энтомолог. Лечу собирать бабочек на Суматру. Ой! Ёжик, ёжик, ни головы, ни ножек. Software and Computer Museum. Музей компьютеров. О, почти как у меня. 1986 Macintosh Plus. Он рабочий. Да ладно. Я серьезно. Единственная проблема 120-вольтовый на американец чистый. Ну, через латер включали. И 60 Гц. 60 Гц это не самая большая проблема. О, Стив Джобс. А там что у нас такое? Фонтанчики. Где-то есть дубы, говорят, с корневой системой до 600 лет. Да, подходить страшно. Может быть лампа Аладдина, а может быть... Не хочу даже думать. Ничего не вижу.
одни какие-то симпатичные девушки. Так что, скорее всего, это что-то о стоматологии. Ой. Так, а это что? Дактилоскопическая карта. Не слышно наверняка, как тут пахнет вся эта химия. И в этом смысле это хорошо. Так, вот это я снимать не буду. Там только после 16. Вы видите? Ой, какая красота. Стоматолог? Раз в полгода. Как я и говорил, стоматолог. Стоматология. Мирского господарства. О, это мы знаем. Был я там на лекциях. Капнули, проверили, да, можете дальше покупать. Торговенно экономичный. Так, по-моему, я что-то пропустил. И, по-моему, это к лучшему. Хрен редкий не слазит. Ассулуга. Это у нас маятник Фуко, я так понял. Надеюсь, не Умберто Эковский. Умберто Эко, маятник Фуко. Очень рекомендую прочтение. Оптические забавы. То есть по-любому надо беречь глаза. Микроконтроллеры, это просто микроконтроллеры, скорее всего, все-таки. Портативная энергостанция для туристических походов. Это удобно. Фармацевтический университет. Все добре. Чуть на самокате меня не самоукатили. Аква, вижу, аква, аква, что? Аква пурификата. По логике вещей вода чистейшая. Вода чистая. Благодейный фонд. Забота, науковые пикники. Сейчас уплатим. Так, ну сейчас дойдешь. Уругвай? Да, Уругвай. Уругвай. Да. Смотри, вот это у нас идет Латинская Америка. Или Южная. Это Северная Америка. Уругвай. Уругвай. Кого хочешь, выбирай. Это как бы ближе от администрации. Самсон. Не пройду. Пожалуйста, стажер, ты сейчас вниз будешь. Житлово-коммунальный колледж.
Рошен, мне не кажется. Сборник рецептор. Ой. Сестра, девочки, с которой они на танцы ходят. Да, я устала. Ага. И где это у нас что? А мы вас нам вообще красота. Ну, если с вестибулярным аппаратом не лады, продолжать не стоит. Микробы, как люди, это просто слоган сегодняшнего дня. Волонтерская группа нагадует солдата. О, это я ел. В огромных количествах. И я такого уже наелся за год, честное слово. Спасибо. Такого не ели. Это новый сухой эмошный. Да, такого я не видел. У нас вот такие были. У вас вот такие вот были. Да, да. Ну вот такая пакет. Вот пакетики, да. А это новый. Новый, который сейчас вместо вот этот будет менять. Первое тут. Да, вот такого не было сахара. Мед был такой, и сахар был в похожих пакетиках. Ну, это же и есть, это же официальный индивидуальный рацион питания эмошный. Да, вот эти печенья, конечно, они просто, это зубы об них ломать край. А это вот новый, видите, спасибо. Какой теперь такой, как американский. Готовый, в мягком, был у нас американский. С разогревайкой. С разогревайкой это, был, это наш, ну, американский. Это был. Наш теперь вот украинский, такой. Американский вот. Это украинский. Да. Это нам ребята подарили свой сухпай. Хорошо, не поели. Да. Не, ну нам один, я даже не помню, как он к нам попал. Не скажу, что он на этот был похож. Но с разогревайкой тоже был. Ну, американский то был, да? Ну, был, ну нам, да, по-моему, да, сказали. Это был 15-й год, сентябрь, август 15-го. Вот где-то. А это мы делаем. А какой завод производит? Киев, Харьков? Это я не знаю, какой это завод. Это не Харьков делает. Написано Полтавская Пирятинский, область. Пирятинский. А, Пирятин. Ну, там классно. А это такие. Мы делаем. Это волонтерские, помощь волонтерской армии. На году солдата Харьков. Да. Ну, спасибо, понятно. Сейчас я, наверное, и сам что-то положу. Батончики, бомбочки. До сих пор работаем, потому что все еще нужно. Да понятно. У меня половина подразделения еще осталась. Спасибо. Не за что. Так. Ладно. Москва носитка. Тоже пользовались, подвозили нам. Больница. Ну, в больнице мы уже были. На. Ну ладно, будем ждать, пока реконструкция парка завершится, а пока... Харьков, 16 сентября, 17 год. Там больница переполнена. 17:09 по Киеву. Иду, просто завораживает меня. Ну ладно, не будем по этому поводу инсинуации разводить. Дуб красивый.
Так, у нас Харків 16 сентября 17 год. И 17.29 по Киеву. Намечаются у нас тут какие-то мотопробеги, автопробеги. Лада. Харківська обласна державна адміністрація запрошує 23 та 24 березня на ювілейний. Що це? З чим це? Куди це? Не подскажу. Ой, да что ж это так не по-людски. Злобоумие и отвага. Ничего, нормальный девиз. Один. Да, ну надо будет посмотреть. Случайно тут оказался. Здесь просто открытие. Открытие, а потом дальше. А сегодня ночные на автограде и завтра приходим. А что это вообще за мероприятие? Ралли. Ралли, да? А ты это как-то пропустил. Спасибо. Авторепер. Не вполне репер, это ремонт. Не вполне понятно, ремонт производится машина или в ремонте нуждается. Это автомобиль, так автомобиль. Хаю, лаю. Не хай ты меня. Девять человек у него отработал. Красота. Я на нем на два колеса, я встал на так. Вот это красоте. Аж сяя. Ралли. Ну, ралли это хорошо. Вы тоже с ралли? Нет. Без. Ладно, без этих анекдотов пошлых обойдемся. Харьков. 16 сентября. 17-й год, 17.33 по Киеву. Сегодня ралли, завтра осенний велодень. Сплошные колесные мероприятия. И вечером сегодня еще и запуск фонариков. Да. Китайских фонариков. А я уже сейчас подхожу, иду уже. Давай. На Стрелке, в парке Стрелка. В 20 часов начнется. Будем посмотреть. Может, что и поснимаем. А пока по домой. Харьков. 16 сентября, 17 год. 20.08 по Киеву. И мама дорогая, 20 градусов. Сентябрь на дворе. Вообще просто красиво. Потому поснимать и решил. Ну
как. Ну ладно. Памятник атаману Серко. С ним понятно. Там какой-то импровизированный концерт. Пузата хата. Сумская площадь Конституции. Ну, а какой у нас красивый дом со шпилем. Дом, занимающий целый квартал. Танчик Mark V. Да, что-то я, по-моему, давненько не был при таком освещении на площади Конституции. Вон он, скрипач на крыше, едва отсвечивает. Да, а иду я в парк Стрелка. О, как красота. Господи, куда ни пойди, везде какие-нибудь мероприятия. Sírveme la copa rota, quiero sangre gota a gota. Que tengo un beso. Да, так о чем это я? Иду я на... Иду я на... Фраза звучит закончена, но хотела сказать чуть о другом. Покровский собор. И там он виднеется. Благовещенский собор. А Покровский собор... Самое древнее здание города Харькова. 1689 год постройки. И Успенский собор. Ладно, а шел я, возвращаясь к ненапечатанному, на Стрелку. Там нам сегодня обещают. Стрелка — это парк, а не 90-е. Не воспоминания о лихих 90-х. Парк Стрелка, слияние реки Лопани Харькова, где будут запускать какие-то фонарики. Ну или раздавать, потому что как дело пойдет. Возвращаясь к лихим 90-м. 20:12, 16:09, 20:12. Это фильм такой. Плюс 20. Ну а я о чем и говорю. 20:12, 16:09. Ну вот, пожалуйста, 16 сентября. Плюс 20 градусов. В 20:13. Я в шлепках, майки, сетки. Ну, в общем, обещают в понедельник плюс 31. Будем посмотреть. О, красавец, Успенский собор. Ух ты, красота! Не, а чё я этого не видел? Я чё, на работе, что ли, все время из-за этого? Ты посмотри, какая красотища! А, его ремонтировали, я вспомнил.
это просто эстетическое наслаждение тут можно. Вот это да! Мне надо это пофотографировать. Лады, останавливаем запись. Шестнадцатое сентября, 17-й год, Харьков. Что там у нас? 20:15 по Киеву. Да, ну, наверное, иду я на эти фонарики смотреть. О, они уже полетели. Из парка Стрелка пускают фонарики. А тут красота. Так, где у нас этот лучший ракурс? Это у нас раз. Благовещенский собор. Три главных собора Харькова. Покровский собор. И Успенский собор. А вон они, наши неопознанные летающие объекты. Сейчас пойдем Полтавский шлях еще поснимаем с лестницы родного института УЗПИ, который не берусь даже сказать, как он нынче называется. Сразу хочется смотреть несколько мест. Камера верчу, башка будет болеть. Будет нудота. Так, это, так понимаю, с шариками репетиция. В смысле, с фонариками. Парк Стрелка, слияние Лопани, реки Лопани, реки Харьков. Сейчас мы туда доберемся. Да, ну как-то днем даже
поярче полтавский шлях выглядит. Поярче в визуальном смысле, конечно, а не в том смысле, что днем больше света, что банально. Еще больше банальности было об этой банальности сказать. Вот она наша. Как сказал мой сынуля, большие цветы из цветов. Опа! Вот хорошо для слепых тикают эти светофоры. Я хоть и не слепой, но о том, что пора переходить дорогу, напоминаю. На 21 градус, что странно. Господи, а как теперь эта площадь называется? Была Роза Люксембург, а сейчас я с этими переименованиями абсолютно потерялся. Так, лодочная станция. Вон они, фонарики. Страшный. Про меня говорят. Да, в общем-то, наверное, да. Красота. Там такая... Ухожу, бухать из тихо. Ну и у меня знакомая врачка. Ты не стал, я просто надо Карета, которая в 12 часов превратится во что? В общем, главное отсюда сбежать до 12. Шестнадцатое сентября, 17-й год, Харьков. Парк Стрелка, 20, что там у нас, 27. Сегодня запускают фонарики, завтра, кстати, велодень. Надо будет обязательно съездить. О, какая красота! Один фонарик уже прилетел. Парк Стрелка, место слияния реки Лопани, Харьков.
мост влюбленных. Я за это не отвечаю. И сами можете увидеть, сколько их у нас, этих влюбленных. Ладно, пошли. Да, мост влюбленных, конечно. Ой, ой, куда ж ты падаешь? Я надеюсь, где-то по району по крышам стоят ребята с баграми, песком, топорами и прочими атрибутами. Пожаротушильником. Хорошо бы совместить день пускания фонариков китайских и день ретивника спасателя. А. И как назло, плюс 21 в Харькове, 16 сентября. То есть нагреть воздуха днем даже до серьезных разниц с температурой воздуха довольно проблематично. Смотрите, как у нас! Ай-яй-яй-яй-яй! Да. В этом супе плавают обломки кораблекрушения. Похоже на крушение корабля и спасательные жилеты по всей реке. Со смайликом. А вон сумка полетела. Да, мост влюбленных забит. Надо туда сходить. Не знаю, у кого какие романтические ассоциации с этими фонариками горящими у неба. А мне, как человеку 17-й день не курящему, это напоминает тлеющие сигаретки. Мне даже дымком пахнет. Мне сейчас все пахнет дымком и все хочется скурить от веток до коры на деревьях. Кто бросал курить, тот понимает, о чем я. Слушай, ну давай его, может, не сильно. Вон ты. Я не смотрел все. Ну, ребята уже понадевали спасательные фонарики на себя. Да, кто не в курсе, еще то же самое. Это у нас предварительно, я так понял, по заявлениям на сайте организаторов. Предварительное мероприятие. Основное намечалось на 23, по-моему, сентября. Но из-за большого количества людей решили на сегодня еще перенести, разбить. О, а там у нас что? Там у нас на маленьком плоту. Тоже какие-то мероприятия.
Откуда появилась идея вешать замки? Знак любви не знаю. Ну да ладно. Ай, ну. Дима. Ну 100% это не дополки сигаретные. О, он там сейчас. Кому-то в домик на балкон прилетит. Смайличек. Ну лады. Андрей первозванный. В некотором шоке, конечно, пребывает. О! Бабах! В Одессе шар. Упс. Так, это только сложно маневрируя, можно перемещаться. Да вон и каретка. Я устал. Идем. Да. Надо дальше зайти, дабы в кадр попало все сразу и целиком. Ух ты, елки-палки. Чуть не упал. Чуть-чуть. Вон. Вот это коняшка. Ты посмотри, какая огромная. О-о-о. Я к ней близко подходить не буду. Мама дорогая. И посмотри, какая огромная. Прямо лось какой-то. У него лошадка. Ладно, поехали по домам. А, может еще на площадь Свободы смотаться. Там ралли какое-то внезапно образовалось. Можно и туда наведаться. Вечер прекрасный. А послезавтра обещают плюс 31. Лето возвращается. Наша песня хороша, начиная сначала. Харьков, 16 сентября, 17 год, 20:43 по Киеву. Цветы из цветов у ЗПИ нам закрывают. Собор Успенский, вон он Покровский собор и вон он Благовещенский собор. Там у нас в парке Стрелка по-прежнему. Запускают фонарики. Наверное, уже не видать. Ну ладно. А снять я чего решил? Прямо на универмаге повесили фотографию моего района. То есть буквально разве что дом мой не попал в кадр. Наталью живи. Вот не помню, как же эта площадь теперь называется. Была Роза Люксембург. А теперь это что?
БТИ на рынке недвижимости с 1943 года. Не понял. Что-то я не пойму. У немцев бизнес отжали, у фашистов небось. 1943 год. Да. А снять я хочу дом со шпилем. Классно, он сейчас освещен. Так, где там? Вот он, УЗПИ. Успенский собор. А УЗПИ левее. Улица Университетская. Ага, Майдан Павловский. Вон оно как. Павловский. Ну хорошо. Почему и нет? А вот это так пасхалочка, ничего себе. Ну и вон он, дом со шпилем. Попало это здание в Семь чудес Харькова. Миниатюрные копии Семи чудес стоят возле метро Бекетова, возле памятника влюбленным. А вот список 12 официально утвержденных в 2000 году на городском совете символов города Харькова. Это здание почему-то не попало. Хотя довольно примечательное, наверное, не только своим внешним видом, но и тем, что это здание занимает собой целый квартал. Вот такие пироги. Что-то я не пойму, поменялись цвета, что ли, или просто с изменением ракурса. Вроде ж фиолетовое было. Там, конечно, сумасшедшие светофоры могут добавлять. Ну и, конечно, сильно помогает дальтонизм, который, как известно, в той или иной степени наличествует в 20% мужчин. И что-то мне подсказал, вот, да, фиолетовый, лиловый. Бедненькие люди, как же они там живут, в этой светомузыке? Так, должен быть еще красивый у нас горсовет сейчас. ₽32.55. Это я как бросивший 17 дней назад курить. Не могу себя отказать в том, чтобы хотя бы посмотреть на сигареты. Повспоминать. Это удовольствие. Редкое. Да.
Так, круг замкнулся. Он вижу скрипача на крыше. С площади Конституции я начинал. Площадью Конституции и закончу. Да. И сейчас будет еще раз красивый вид на Успенский собор. Ай. О. Как же это я так? Ничего не пойму. Почему я этого ничего не помню, не видел? Успенский собор. И здание горсовета. Здание горсовета тоже попадает в список. Официальных символов Харьков. 12 официально утвержденных символов Харькова. Вон он. Скрипач на крыше. Ну и вон он уже впереди, пресловутый градусник, хорошо известный харьковчанам, да, герб города Харьков, рог изобилия и вот не знаю, кадуций или кадуцы, где там это ударение, как его ударять. Грандиозное, конечно, строительство. Самое интересное, что там вниз под землю уходит ровно столько же еще, если не больше. Сумская, вон он градусник, исторический музей, Покровский собор, Благовещенский собор и вон она Ника.